Дорогие мои рыбки, приветствую вас на своем канале. Давайте посмотрим, что приготовила для вас февраль 2024 года и как он проиграется в различных сферах вашей жизни. Настраиваемся на расклад и будем начинать. Работаю я сегодня с колодой Таро магии повседневной жизни, и Таро прогноз мы будем делать на основе 12 домов гороскопа. Первый дом гороскопа – вы, ваша личность, амбиции, внешность. Второй дом гороскопа – это ваши ресурсы, движимое имущество. Третий дом – обмен информацией, братья-сестры здесь у вас проходят, короткие поездки. Четвертый дом – это ваш дом, ваши предки, родственники, наследство, недвижимость. Пятый дом – это дом удовольствий. Шестой дом – это дом работы, повседневных задач, рутины. Дом партнерства, чужих ресурсов, путешествий, карьера, друзей и дом всего тайного. Ну что ж, давайте смотреть. Начнем с вас. Вы мои хорошие, в феврале месяце. Ну что ж, мои дорогие мальчики и девочки, здесь вы будете в центре внимания, яркие, харизматичные. Однозначно будет желание не сидеть дома, где-то бывать, быть в кругу друзей, знакомых, общаться, путешествовать. Много энтузиазма, много энергии, запала, влюбленности, желаний творить, любить и быть любимым, либо любимой. Это прекрасно. Далее. Второй дом – это ваши финансы, ваши ресурсы, движимое и недвижимое имущество. И данная карта говорит о том, что, возможно, в плане финансов здесь может быть задержка в плане прихода денег из какого-то другого источника. Например, если вы в партнерстве, возможно, вы ждали, что ваш партнер принесет определенную сумму денег, это не проигралось так, как вы хотели. В принципе, если у вас есть партнерство, брак, да, то можете рассчитывать на какие-то финансы за счет своего супруга, а эти финансы для вас не проигрываются в плюс. То есть человек может либо получить меньше, либо не поделиться этими финансами с вами. Далее, если вы рассчитывали на несколько источников дохода, то может остаться у вас в феврале только один. То есть другие проплаты могут либо вообще не состояться, либо произойти с задержкой. Далее. Третий дом – это общение, обмен информацией. И здесь, смотрите, у вас есть сдерживающий какой-то фактор. О чем может быть речь? Возможно, что-то хотели бы рассказать с кем-то, чем-то поделиться, но в силу каких-то обстоятельств, либо данного слова, эту информацию рассказать никому не можете. Далее. Может быть, хотели бы выйти где-то побывать, пообщаться с другими людьми, с друзьями, знакомыми, но в силу быта, в силу обязательств не можете оставить дом. Например, нужно делать какие-то домашние дела, заниматься там уборкой, стиркой, глажкой, смотреть за детьми. Не можете, например, ребенка без присмотра оставить. Возможно, нужно заниматься какими-то домашними животными. Возможно, в принципе, ваш мужчина, который находится с вами, да, в одном доме, не поощряет ваше общение с кем-то и может говорить, с кем вы можете общаться, с кем вы не можете общаться, с кем вам стоит дружить, с кем не стоит дружить. Вот этот аспект тоже здесь проигрывается. Давайте смотреть ваш дом. Что здесь в плане дома? Смотрите, здесь вас порадуют ваши детки, кого-то порадуют внуки, если меня смотрит более старшее поколение. В дом, опять-таки, будет дополнительный какой-то приход денег за счет, возможно, каких-то подарков, за счет какой-то помощи. Это есть. Это проигрывается для вас плюс однозначно. Дети могут порадовать своими успехами, опять-таки, здесь. Удовольствие. Что здесь будет в удовольствии? В удовольствии будет общение, будут в удовольствии какие-то походы к друзьям, знакомым, будут в удовольствии какие-то поездки на близкие расстояния. Здесь поездки идут. И в принципе получение желаемых результатов. Вот поставили какие-то задачи,
получили желаемый результат, счастливы. Да, все это проигралось для вас в удовольствие. Далее смотрим быт, повседневные задачи, навыки, заботы. И что здесь у вас? Здесь могут быть заботы и рутины, которые будут вам в удовольствие, мои дорогие девочки. Вот что-то сделали новенькое, испекли какое-то новое блюдо, да, приготовили какое-то новое блюдо. Ждете, например, гостей и тоже приготовились. И это вам будет в удовольствие. Вот эти повседневные задачи, заботы, рутины, вот это все будет для вас позитив. Далее, в плане здоровья, здесь может проиграться так, что общение с психологом вам поможет выйти на тот уровень, который вы хотите выйти, да, то есть поможет проработать какие-то блоки, какие-то комплексы, и опять-таки здесь вы сможете снова чувствовать себя достаточно уверенно. Для кого-то в плане быта проиграется помощь от мужчины водной стихии, чаще всего проигрывается как рак, рыба, либо скорпион, но в принципе это может быть кто-то, кто либо очень близкий друг, либо родственник, потому что чаша — это все-таки по крови родственники. И, соответственно, этот человек может вам помогать по дому. Давайте смотреть ваше партнерство. Что здесь? В плане партнерства хорошо проигрывается деловое партнерство. То есть, если вы с кем-то работаете вместе, то здесь идет доход. Здесь все хорошо, прекрасно. То есть, бизнес будет процветать. Доход свой вы получите. В плане личных отношений, то здесь важную роль играет финансовый аспект. Уж кто здесь обеспечивает семью, трудно сказать, но партнерство держится больше на каких-то плюшках, чем на каких-то эмоциях здесь. Далее. Чужие ресурсы. Что здесь у вас? Смотрите, мои хорошие. Здесь может быть такая ситуация, что тратиться нужно будет на вопросы здоровья. Это может быть не только ваше здоровье, это может быть и здоровье ваших домочадцев. Нужны будут деньги для того, чтобы пройти определенное обследование здесь по данной карте. И в плане чужих ресурсов, если вы собираете какие-то деньги, у вас есть какой-то доход, но не ваш, здесь будьте внимательны, чтобы вы это не потратили, потому что вам восстановить эту сумму будет достаточно сложно. Далее, путешествия. Что здесь у нас в плане поездок? Дальние поездки однозначно здесь у нас будут на паузе. Почему? Потому что будут какие-то ограничения. То есть может быть, что если рассматривали иммиграцию, либо поездку за границу, это все по каким-то причинам будет откладываться. Это может быть и политическая, экономическая ситуация у вас в стране, например. Карьера. Что здесь у нас? Смотрите, моя хорошая, здесь ситуация выбора. Особенно если вы выбираете, куда пойти учиться, куда поехать учиться, где получить высшее образование, кем стать в итоге, то у вас есть много возможностей, есть мечты и желания, но еще не определились. То есть февраль месяц – это месяц, когда вы будете рассматривать те варианты, которые вам доступны и интересны. Далее. В плане профессионального роста здесь на данном этапе, безусловно, проигрывается больше желание сделать правильный выбор в плане карьеры. Поэтому кардинальных перемен здесь нет. Здесь будете рассматривать только варианты и возможности. Друзья, что здесь у вас в плане друзей? Смотрите, мои хорошие. Ваш основной друг – это ваша интуиция. Вам нужно доверять своему внутреннему чувству, интуиции. Здесь могут быть какие-то вещи сны, по данной карте проигрываются. И опять-таки родственные души. Здесь вы можете чувствовать своих друзей на расстоянии. Это может быть такая невидимая связь, например, с человеком, которого вы любите. Это может быть невидимая связь в тонком мире с вашими детьми, если они у вас есть. То есть здесь меня смотрит очень интуитивный человек, который вот может чувствовать и предчувствовать события до того, как они еще произойдут.
И, безусловно, по Луне в плане целей, каких-то желаний может проиграться так, что вы еще сами не определились, чего вы конкретно хотите. Хорошо, смотрим все тайное, дом уединения, что здесь у вас. Могут проигрываться скрытые доходы за счет того, что вы оказали кому-то какие-то услуги, заработали наличные. Может проиграться еще так, что вы любите свое личное пространство, вы занимаетесь каким-то делом, и вы вкладываете в него и время, и души, и неважно, что думают об этом другие люди. Безусловно, вот как по прорисовке данной карты, вы могли бы отвезти эту машину на автосервис, чтобы ее помыли, да, на автомойку. Но хотите либо сэкономить, делаете это сами, либо хотите сделать такого качества, которое будет устраивать вас, и поэтому делаете это сами. То есть данная карта говорит о том, что у вас может быть подход к жизни, хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам, но вы это не афишируете и тянете все на себе. А второй момент здесь, который проигрывается, то, что у вас могут быть какие-то дополнительные скрытые доходы, которые вы не будете афишировать. Ну что ж, мои дорогие рыбки, пишите мне, насколько резонирует с вами данный расклад. А с вами была Яна Дерайс. До свидания, до новых встреч.